Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Сумрак, и сегодня продолжаем играть в Crysis 3. Давно его не было, последний был только лишь на стриме, который заблокировал YouTube за авторские права на музыку, но ничего страшного, ничего особого там не произошло, мы взорвали дамбу, в конце концов, и добрались в новую локацию. Так, о, тихо, какие... Это было необдуманно. Чуть к ним не вышел весь, во весь рост, так сказать. Да. Так, стрелу забрали, хорошо. Мне нужен мой вот этот вот. Не знаю, как его называется, но вот этот вот будем его называть. Определить всех противников. Уже забыл, как играть в Crysis. Давно не играл, честно говоря. Все со своей субнатикой. Ну да ладно, Crysis тоже игра. И Crysis игра хорошая. Блин, а я думал, я попаду. Но сейчас-то попал, но до этого. Не-не-не, верни. Так, М, все. Аккуратненько. По стелсу. Идем и убиваем все и вся. Вот сейчас я без них. Меня тут нет. Он меня заметил? Куда ты лезешь-то? Куда ты полез, я не помню. Боеприпасов нет, ну возьми другие, в чем проблема? Икс. Понятно. Вообще нет боеприпасов. Это хреново. И тут тоже. Что? Ё-моё, вы охренели, что ли? Обалдеть. Нифига мне засветили аж. Я что, офигел, ё-моё. Блин, а тут нету, тут негде спрятаться. У меня патронов вообще почти нет. Дерьмово. Так. О, это наша любимая винтовочка с тепловизором. Черт возьми, где патроны? Потому что вообще нет патронов. И это хреново. Так, немного отвлекся. О, патроны, как раз то, что я ищу. Сейчас. Я случайно стрельнул. Этого не должно было произойти, но не страшно. Не суть важно, в принципе. Я к нему, он от меня, ну ладно. Здорово. Минус ты. Ох, что это? Что это так? Чем ты меня стреляешь там, я не понял. Включай защиту, защиту включи. Он в меня энергетическими какими-то хренями стреляет. О, ясно. Забудем. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Это было немного не по плану. Попытка номер два. Придется держаться в одиночку, пока я не разберусь. А, я уже понял, братан. Будем выживать в одиночку, как ты сказал. Да, хэдшот. Что? Я попал. Меня не зарегистрировало попадание. Здорово. А почему так мало кратность? Очень мало. Так, не так. Меня тут нет. Что это? Я все кнопки перепутал, по-моему. Так, нам нужны боеприпасы. Поэтому заменим оружие. Там патронов нет, поэтому пока что побегаем. Так, понятно, их там полно. Не отчаиваемся, идем дальше. Тащить в таком случае. Что это у нас за оружие такое? Модель 2, Скорел УБ какой-то. Тихо, не полезь. Что-то такое. Интересно. Меня тут нет, братан. Понятно. Так. Тут какая-то кнопка. Проверьте его последнюю позицию. А что такое у меня, не понял? Что это за жесть? А, это то, что я ищу. А, тут вон на дробовик можно. Круто. Эту тему, на дробовик можно переключиться. Хм, круто. Чи-чи-чи, братан, не пали, контор. Уже аккуратненько. Нам нужны гранаты, нам нужны патроны. Блин. Я косой.
Ладно. Да блин, я по той кнопке, извиняюсь. Просто я привык немного к другой раскладке клавиатуры. Блин, я опять по той кнопке. Доступно новое оружие. Ща-ща. А я, по-моему, взял, да? Сейчас. Блин, да... Что это такое? Так. О-о-о, клёво. Это оно или это другое? Погоди, братан. Это другое, это я другое взял оружие, оказывается. Клёво. Блин, зачем я невидимость зарубил? Чёрт. Давай возьмем нормальную вот эту новую пушку. Что это? Чтобы это ни было, возьмем эту. Так. Здорово. Блин. Да ничего тебе не надо, ты сам справишься. Блин, мощная вещь. Правда, патроны кончатся не быстро. Просто в руку, и он умер? Лол. Рядом с твоей локацией шредный код. Это их связные. Пошел ты. Наверное, засовывают свои грязные секреты в шредер. О, понятно. Если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. Да блин, какого так, фига их так много? Склад секретов сел. Че это такое? Воу, че это такое? Блин, сколько всего крутого тут. Это нам все надо изучить. О, мины, мины, понял, принял. Так, турелька. Все, мы всех нашли. Тогда взломаем давай турельку. Ага. Или это не турель, неважно, в принципе. Короче, коды взлома что-то там. Мало энергии. А, это я мины взломал. А где у меня руки? Я не вижу свои руки. Вот они. Это мины положительные теперь к нам. Клево. Братан, тут никого нет, о чем ты говоришь вообще? Меня ж тут нет? Меня нет тут. Ой, промазал немного. Все, короче, все активировали. Все, все. Все хорошо. Все хорошо. Все просто прекрасно. Ой-ой. Так, тихо, берем вот это. Что это такое? Это ваншотная штука. Ща-ща-ща, смотрите, смотрите, что будет. Бом! Бом! Фу. С третьего раза попал, да? Офигенно. Пошел ты. И ты вместе с ним. Патронов мало, это хреновенько. Или взломать ее, может? Давайте взломаем. По приколу. Она меня будет дальше стрелять? А, фиг себе. Так, сколько там всего. Сейчас немного переключим. Нам бы лук. О, турелька моя справляется, ебана. Ёмана, ёмана. Так. Ага, нам надо туда. 43 метра надо. Ну, там мины, поэтому... Кто там ими гранаты бросает, а? Сука, иди сюда, я найду тебя. Я засек железного коня. Я же сказал, что найду. Ищи файл в лаборатории. Ой-ой. О, все хреново, нас заметили, походу. Да можно, братан, я разрешаю. Почему нет? Что это такое? Это все данные. Потом их прочитаем. Сейчас не время. А, патроны и невидимость у нас не бесконечные. Там еще данные. Ну или давайте нажмем Escape. Нет. А ты че выжил-то, я не понял. Какого черта ты живой? Почему я застрял? А я не могу взять пулемет. Патронов мало. Это хреновенько. Давай, давай. Опа, паркур мастер. Йо. Вот это, паркур, это моя жизнь. Так, так. Не могу выломать дверь. Я же... У меня же супер костюм, почему не могу обычную дверь выломать? Логика. Так, патроны, наконец-то. Я уже думал, не дождусь. Айди утерян, я это случайно нажал. Нашел. Что там? Короче, все, что можно, собрали сейчас. Ничего, отредактировано. Жаль. Да, твою мать. Да. А что тут нет боеприпасов-то? Давай с этим побегаем. О, давайте возьмем для лука патроны. А то... Давай. Я могу забраться сюда? Я же могу забраться. Я же могу.
Я ж могу, я могу. В чем проблема? Берем. Берем лук. Что там по патронам? О, отлично, патроны фуловые. Вообще зашибись. Нам туда, да? Погнали туда тогда. Побегаем, что ли. Так, и откроем наш визор. Визор, визор. Ой, я чё, кацанулся как-то. Контрольная точка. Зашибись тогда. Так, есть где спрятаться? Да. Погнали, все изучим. Это про меня, наверное. Так, стоит ли мины или это мини-мины? Давай, давай взломаем. 17 метров. Вот это можно взломать. Оп. Оп. Все. Наши мины. Мины за нас. Взрывайте противников. Мало энергии. Хреновенько. Камня не видит. Можно по стелсу все сделать. 3 метра. 2 метра. 1 метр. Все, давай. Как я промазал-то? Все. Хакер, хакер. Хацкер, хацкер, ё-моё. Так, вторые патроны. Ну, хотя, да. Взломать надо. Могу, нет. Блин, не могу. А, это турелька, ее надо бы взломать. Нет, я вырубил невидимость. Руби, руби, руби. Все. Так, я путаю кнопки. Извиняюсь. Во, все. Ай. Изи. Нормально. По приколу просто. Такие, не ожидали там. Тишина вообще везде. А тут начинает турель своя по ним же стрелять. Я думаю, они обосрались. Как минимум. Здорово. Кого ждешь? Я здесь. Здорово. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасный, опасный. Да-да-да, я понял. Я тебя понял. Весь такой опасный, да? А сам ничего не можешь. Здорово, братюня. Ты за меня. Не забывай. Так, нам сюда, да? А сюда можно? А чё здесь-то? Тут вроде ничего и нет. Так, это турелька, да? Давай взломаем. Или даже две. Не одна. Но можно взломать. Почему нет? Теперь она против тебя, братан. Ну, ты чё? Убивай их! Я чё, один должен их? Я тебя не... Я тебя чё, зря взламывал, что ли? Вот именно что нет. Я взломал не просто так. Так, погоди, невидимость. Поставить. А, чё-то я жёсткий хацкер. Нет! Все, все, все взломано, о чем речь? Какие коды не получены? Какой сбой загрузки? Все работает. Мины за нас. Здорово. Как жизнь? Я бы не был так уверен. На меня уже... Я не хотел брать этот дробовик. Его потом можно взять. Что это такое? Скараб мод 2. Не, хрень. Моя пушка лучше. Мне больше понравилась эта пушечка. Извиняюсь. Да-да-да. Я вот он здесь. А ты где, думал я? Чё живой-то, я не понял. Так, а куда нам надо-то топать? Я не понял. По-моему, уже всех, кого можно, убил. Почти. Давай. О, можно так забраться. Клево. Не-не. Блин, я хочу просто выбить дверь и просто его пристрелить. Он такой, чё? Чё за хрень? Да ты как... Как он со стенами увидел меня? Йо! Ты псих, что ли? Ё-моё, как он меня вообще увидел? Вообще невидимый, о чем речь. Избегайте. Прожит рассыл, приберитесь в парк. А как это можно заюзать? Я хэдшот поставил. Все, по. Все. Откуда ты появился, блин? Откуда он появился, блин? Охренеть. Так, берем. Погоди, не путай кнопки. Восход алой звезды. Это не учение, восход алой звезды. Понятно. Не информа... Неважная информация. Как бы я и так знал, что восход красный или чего-то там произошел. Для меня это не новость. Так, взломай вот это тогда.
Да нафиг она нужна? Выкинь ее. Не ко мне. Ща, погоди, я заправлюсь. Здорово. Ой-ой-ой, да-да-да, я понял вас. У меня энергии не было, блин. Он меня Эми гранаты, блин, обезвредил. Гаденыш такой. А у меня есть вот это. Как тебе такое? У меня есть защита. Упал просто. Ору. Давай, погнали. Только невидимость, невидимость, го. Чтобы нас не увидели. Прожекторы. Во, контрольная точка. Зашибись. Здорово, здорово. Да ладно, я и не понял. Короче, погнали. Дальше, да, 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 я понял. Куда нам топать? Еще одни данные. Это что такое? А, это текстуры баганые. Сразу вспоминается Warface со своими баганными текстурами. Так, а что это такое там еще? Что-то взломать опять? Почему я в стену упираюсь? Тут патроны, а дверь закрыта. Так-то лучше. Что? Это наши, что ли? Черт возьми, это что за хрень? Ё-моё, это чё за фигня? Нифига себе, правила изменились. Ну нахрен. Чё, вообще не втерпёшь, братан, да? На унитаз не снимаешь штаны сел. Ну давай, удачи. Чё это там такое стреляет? Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума часть процесса, ё-моё, против пришельцев сейчас сходить, бегать. Разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. По сути, я могу ими управлять. Теоретически. Потому что коллективный разум, он сам сказал. И типа, я же инопланетный. А их так можно убивать, блин. Всего что с одной тычки. Почему невидимость пропала? Так, погнали дальше. Здорово. Минус. Да, я спустюсь. Да, уже меньше. Так, стрелы мои. Не забываем. Здорово. Но ты все равно не знаешь, от кого ты умер. Категорически приветствую вас. Это... Чё за хрень? Так, погоди. Погоди, братан. О, еще там люди. Не ори ты так, ё-моё. Главное это спокойствие. И под... Чё это такое? Чё за оружие? Ща. Все равно нас никто не убьет. Так, берем. Ё-моё, чё происходит? Взаимодействовать с оружием цефов? Вот это мне нравится куда больше, чем обычные пушечки там. О, вообще класс. А чё нас заметило? Я всех убил. Ё-моё. Веселуха происходит. Давайте, короче, с этим оружием просто на изи их порвем сейчас. Здорово! Как ваша жизнь? Черт возьми, а? Как вам такое? Суки. Это вот это мне нравится. И оно, по-моему, даже бесконечно. О, ну пацаны, вы нарвались. Вы нарвались, пацаны. Ой, не повезло же вам. Так, куда нам топать там? Сейчас вообще порвем всех. Так, возьми еще стрел, что ли? Нет, верни мне мое оружие. А, так нельзя, ладно. Возьмем патроны и заберем нашу мега-имбу. Не поддерживает снаряжение, обнаружено. Что? Ладно. А почему я не могу включить? А, я могу включить. О, вот это вот под наркотой как будто. Так. Йоу. Пацаны. О, понятно. В Крайсисе втором я корабли сбивал, помню. Вообще было лихое время было.
А сейчас как не знаю, мы может начало игры только сейчас. А я уже собираюсь тут корабли мочить. Здорово. Ты что, ты такой крутой, что ли? У меня тоже это есть. Здорово. Зажимаем и не отпускаем просто. Патроны кончились. Назажимались, назажимали. Не, включи защиту. Выбрось эту парашу, бери нормальное оружие. Здорово, ё-моё. Я с планеты Земля. А ваш какая? Планета дерьмо? Ну я знаю, в принципе. Изи, изи, бичес. О, у меня есть еще ваншотное оружие. Сейчас, 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 братан, сейчас погони. Не спеши, не спеши. Бом! 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 Здорово! А чё ты в упоре-то ходишь? Сейчас, сейчас, у нас защита кончится. Аккуратненько. Да, аккуратно, я говорю. Погоди. Дай патроны собрать. Да меня тут не было. Черт возьми. Пришлось за пулемет хвататься уже. Надоели. Это время для пулеметов. Пацаны. Так, погодите, я могу уже прицельчик поставить на него, да? Короче, погнали. Просто зажимать. Еще слева слышу, нет? О, я услышал его. Я тебя услышал. Подобрать набор модернизации нанокостюма. О, а я пропустил парочку таких. Вот, дурак, дурак. Там были этажи, я их пропустил, походу. Давайте перезарядимся, что ли. Мы никуда не спешим особо. Ладно, спешим. Спасать планету надо. Мочить Альфа-Сефа. Зажимай, братаны, не отпускай. Мало боеприпасов. Да много. Чё ты врёшь-то мне? Ща, ща будет. Давай, давай, выходи, выходи. О, вышел, братан. Ну и зря вышел. Проблема в том, что у меня патроны на этой пушке кончились. Мне нужна другая. Вот она. Привет. Эту зачем положил-то? Пулемет где? Вот. Все, бери нормально. И погнали тащить. Здорово, братан. А у меня есть... О, у меня есть режим второй. Сейчас, погоди. Вот это? Здорово. One shot, one kill, I love just kill. Погнали дальше. Ломать их. Так, там какая-то хрень. Погнали за ней. Ты чё, я не понял. Ты чё, это мышь? На кого это? Я не сменил режим стрельбы, черт возьми. Какого черта? У меня их не обнаруживает мой... О-о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 -
Обнаружь его. Здорово. Как ты меня видишь-то, я не понял. Черт возьми. Черт возьми. Энергии мало. Патронов еще меньше. Берем другую. О, у меня есть идея. У меня есть взрывный боеприпас. Как тебе такое? А? Бом, мать твою. И от тебя только кости. Там где их оружие? Подобрать их? Где оружие твое? Мать твою. А? Здорово. Бом! Меня чё, меня тоже что ли долбануло? Охренеть просто. Не продумано как-то. Чё это за хрень такая? Внеземная. Здорово. Чё с ней сделал? Взорвать? Давай попробуем. Бом. Именно. Это мне нравится. Подойти к транспортировке мозга, циф. Ничего, мозги телепортируют? Серьезно? Система X. Хреново мне что-то. Все это Альфа Цев, да, Альфа Цев. Что? Да я не понимаю, что происходит, блин. Баги. Что за баги, лаги? Псих. Псих, психопат. Да что за псих? Чего надо? Какие звуки стрельбы, нифига не слышу. Проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Так, погнали пониже. Так, погнали обратно.
это наших жгут. Землян, в смысле, а не союзников. Вспомнил слово. Перезаряжусь, что ли? Можно я пройду, пожалуйста? Можно вот без этих всех хрени. Спасибо. Я просто гуляю, о чем речь? Так, вот это улучшение костюма нам пригодится, пригодится. Давай, заберись. Вот я не помню, как их включать уже. ПППП, это R? Во. Абсолютные материалы 4. Да не ори. Удар ногой? Нет, хрень. Так, погоди. Защита от Эми, восстановление... Да блин, не ори! Защита от Эми, восстановление заряда на 20% быстрее, на 20% помех. Включение на 33, прикольно. Бросок на 25 сильнее, мощь рукопашном бою. Броня крепче, на 25 меньше повреждений при движении ножок, 20... движение 50% медленнее. Блин, вот это хреновый дебаф. Вот это. А я не то читаю, блин. А, не, я то читаю все. Так, что да? Движение на 50% мили. Ну, блин, я не хочу это. Я не шарю, как тут что делается, поэтому... Поэтому погнали так. В Crysis 2 все было куда легче. Там явно понимал, что тебе нужно, а что тебе нет. Тут я вообще не понимаю, что это за хрень. Что делает то, что делает это и так далее. В Crysis 2 все было гораздо легче, и без этого прекрасно обходились. Сколько они орать могут? Уже начинает надоедать. Понятно. Ничего интересного. Так, что-то тут полно всего, а пушек нет. Да. Так, что ты такое? Что ты так... У меня сразу лагает, когда я к этому подхожу. Бум. А у меня есть... Блин, почему у меня вот этого нет, вот второго? Вот я, допустим, это возьму и пополню запас. Стрелы. Что это? Что это такое? Ну? Или это точно такое? А у меня точно такое же оружие, да? Ладно, 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 я вас понял. Давай, давай, вышиби ворота. В итоге вышибли меня из них. Ё-моё, а, уходи, 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 да хрен ли ты лежишь? Вставай, дебил! Быстрее, быстрее вали отсюда, к черту. Это пироксенов, поджигатель. Я видел таких. Как его убить? Где у меня моя мощная хрень? Погоди, братан, для тебя есть особая... Особые припасы есть для тебя. И это весь ваш сыроксел, как его там? Довольно легенький. Я думал, это босс хоть. Нет, это даже не полубосс. Даже не мини-босс. Это просто... Уе-сос. Не босс, а... Сос. Короче, да. Да пошли. Погнали. Погнали рашить просто. Они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Понятно. Раш? Раш? Кто-то сказал Раш? Пора рашить, пора рашить просто. Внимание! Рядом с твоей локацией сломанный крикун. Цепь активизировать, так что он снова может заработать. Крикун. Знакомое название. Может быть. Но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. Так, о, отлично. Так, это поджигатель. Не, я палюсь. Палюсь, палюсь. Так вот будем просто. Бом! И в рожу ему. Давай, давай, взорвись. Ладно. я сказал ему взорвись, он взорвался. Послушный, однако. Так. Что тут еще есть? Так, еще два противника. Ой, я их могу взломать. Лол. Серьезно? Я их могу взломать. Ору. Почему я так ору? Я их могу взломать. Давай... О, что-то новое. О, вот это сложнее уже. Однако сломано. Кек. Он будет их жечь? Мне ничего делать не надо даже. Просто постою, подожду, пока все... О, меня заметил, черт.
Братан, а хочешь, я тебя взломаю? Как тебе такая идея? Раз, два. Ой, да как ты меня? Я же был невидимый. Вставай, если хочешь драться. Сука. Где там взрывы? Бом, шоколака. Электро, погнали. Нет боеприпасов. Все у тебя есть, не надо ныть. Надо рвать. Здравствуй, однако. Бом. Минус. Погнали, погнали, смотри, смотри, чекайте, что еще будет. Вообще жесть будет. В подкате. Нет, я в подкате не смог. Но я попытался. Сейчас повторим этот невероятный трюк. Чекайте. В подкате. Бум. Я промазал, но это было эпично. Здорово. Бум. До свидания, я от вас ухожу. Джентльмены, я ухожу. Изи чё-то. Чё-то изи как-то. Бум, в подкате. О-о-о. Дополнительная цель прихватить крикуна. То есть сесть, типа, что с ним сделать надо? Убить? Залезть? На него не залезть. А, или сломать. Это я могу. Просто хаешечка его. Бум. Нет? А что? Что с ним сделать? Я не понимаю. Сейчас. Ну, а что с ним делать? Никто нигде не написан инструкции. Что с ним делать? Он чаще стал доскрыть, я подумал, что это помогает. Кажется, нет. Ну, залезь на него. Я не знаю, что с ним надо делать. Типа, ладно. Забьем на это. Пойдем дальше. Нам куда? Нам туда. Погнали туда. Погнали туда тогда, что ли. Залезь! Спасибо. Все патроны на этого крикуна дебильного потратил. Поэтому да. Пророк, у меня есть дело над лабораторией. Вход под башней 1, браво. Встретимся там. Тебе не обязательно возвращаться. Я почему не могу открывать дверь? Я могу управлять им дистанционно. Да ладно. Это да. Все будет нормально. Куда идти-то? Сюда, по-моему, уже, да? Все верно. А, я отсюда пришел? Нет, да. Не выполнил я цель. Вот урод. Я тебя вообще не трогал сейчас. Я не знаю, куда идти. Я застрял, я потерялся. Короче, я потерялся. Хз, что делать? А, вот, все, я нашелся. Я не потерялся. Так, ну чтобы мне потеряться во второй раз, на этом, пожалуй, закончим. Да, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите Субнатику, приходите на стримы, подписывайтесь на группу. А с вами был я, Сумрак. Всем удачи и до новых встреч, ребята. Всем пока.